культурно-спортивном комплексе «Уник» состоялся блиц-турнир по баскетболу среди мужских команд. Этот турнир был посвящен памяти знаменитого баскетболиста, чемпиона Советского Союза среди студентов Вячеслава Левченко. С самого утра в зале «Уникса» кипели настоящие баскетбольные баталии. В соревнованиях приняли участие сборные команд факультетов и институтов. Это студенты, аспиранты, а также сотрудники Казанского федерального университета. В этом году для участия в Кубке заявилось 15 команд. Атмосфера очень дружелюбная, очень приятная. Видно, что ребята стараются, соревнуются. И это очень импонирует, поскольку не везде, не в каждом университете встретишь такую любовь к баскетболу, чтобы команды именно занимались, болели и любили. По традиции соревнования проходили по олимпийской системе. Команды разбивались на пары, 1/8 выявляла лучших, а победители четвертьфинала боролись за право сыграть в полуфинале. Два полуфинала определяли финалистов. Соревнования получились интересными и зрелищными. Участники стремились показать все свои навыки, умения игры в баскетбол, и на площадке все свои силы посвящали полностью игре. Все команды были настроены только на победу и боролись до последней секунды. Но, как известно, в спорте бывает только один победитель. В ходе соревнований выявились сильнейшие. Команда сотрудников университета завоевала первое место. Второй стала сборная Института управления экономики и финансов. Блиц-турнир памяти Вячеслава Левченко получился интересным. Надеемся, что его участники будут стараться и обязательно порадуют нас в следующем году своими спортивными талантами. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.